Всех приветствую на моем канале, с вами я Лайн, и сегодня мы играем в провинцию, и это замечательный денек такой сегодня, и я решил поиграть в провинцию, и показать вам город мирный, и сегодня мы будем смотреть интересные места, и я хотел бы сказать вам, почему же у меня не было серии на канале. Это происходило потому, что, ну, точнее, до сих пор происходит, потому что у меня на канале вылезла какая-то ошибка 502, то ли 501, то ли, ну, 502 вроде, и я не смог зайти на свой канал даже. И поэтому серии и не было. А ну, давайте. О, интересное место еще. Но я хочу сейчас туда. Я не смогу, ну, не могу записывать до сих пор ролики. И я сначала увидел, ну, подумал, там, работы какие-нибудь технические с Ютубом, наверное. Подумал и, ну, не обратил с первого взгляда на это внимание. Я уехал в деревню, потом вернулся. Это прошла неделя, наверное, уже. И я смотрю, до сих пор ошибка 502. Я такой, прифигел, чуть-чуть, что? Такой, начал искать в интернете, лезть в интернете, что стало с моим каналом. И эта ошибка у многих вылезала, но не у многих эта ошибка, короче, длилась как у меня. И я нашел одного чувачка, который меня успокоил. Он сказал, что у него тоже была такая же ошибка, и она через недельку прошла сама. И но у меня то она уже не проходила неделю. Ну, он сказал, типа, может и дольше, и я успокоился. И вот сейчас решил записать этот ролик для вас, чтобы когда пройдет эта ошибка, я смог залить сразу видосик. Короче, если вы видите этот видеоролик, то ошибка 502 уже прошла. Оно что, крутится? Стоп. Мне это... Оно крутится. Парк дружбы. Мирный парк дружбы, короче. Давайте... Не, здесь, я думаю, не ПРП будет припарковывать тачку. Давайте вот здесь где-нибудь припаркуем. Так. Вот перед воротами. Типа мой гараж. Так, вот все. Кстати, хочу сегодня еще от первого лица поездить. Так. Давайте-ка пошли. Мирный парк дружбы. Так. О, смотрите, памятник какой-то. Тут еще фигня какая-то. О, он крутится, серьезно. Я могу запрыгнуть даже. О, нажмите Enter или F, чтобы прокатиться на чертовом колесе. Смотрите-ка, я сел. Че, серьезно, сейчас я кружок сделаю и... Все, да? Ну, блин, очень прикольно. Провинция не перестает удивлять. И я думаю... Серии по провинции будут часто теперь выходить. И, кстати, скоро возобновлю на своем канале Радмирчик. Хоть там и нечего снимать, буду такие же покатушечки там, как я там от мусоров гоняю. И, ну, такое, такого вида контент, я думаю, будет. Так, мы практически на вершине. Так. Вот, это все, это вершина. А можно как-нибудь... О, я встал. Смотрите, теперь паркурчик. Так, не-не-не, нам туда надо. Сейчас будет жесть. Жесть паркур. Не, я не смогу перепрыгнуть. А, смогу... А, я понял. Смотрите, что мы сделаем сейчас. Мы, короче, когда на вершину заберемся, я вон на ту перепрыгну. О, все. Все, перепрыгнули, прикиньте. Давайте, короче, мы уже на вершину заберемся, я дальше продолжу снимать. Короче, друзья, мы уже практически на вершине этого колеса. Так,
Надо иногда вот, чтобы, ну, подравнивать чувачка, чтобы он, короче, не падал. То смотрите, он соскальзывает потихонечку, видите? Вот, я был на середине. О, вот, это вершина, да. И тут, к сожалению, моей тачки не видно вроде как. Ну, из-за деревьев, наверное. Давайте-ка попробуем перепрыгнуть на ту. Видимо, зря. О, смотрите, как ювелирно. Не, я думаю, двигаться пока не стоит. Я сейчас упаду сам. Наверное. Да. Хоть бы не сдох. О, вообще мало хп отнялось. Так, и где моя тачка? А, блин, моя тачка пропала. Серьезно? Ну, ее даже отсюда плохо видно, и то без задних деревьев, ой, дверей. Поэтому, я думаю, было бы ее и так не видно. Так, надо еще, чтобы эта серия была такая насыщенная, а не нудная. Так, все. Давайте еще от первого лица поездим. Ну, это прикольно. Мне сказали, что в этом городе есть еще такие, типа, я сейчас чувака жестко подрезал. Сорян. Напишем. Я сейчас жестко его, по-моему, подрезал или что-нибудь его сделал. Я просто вот увидел его сбоку, короче, в последний момент. Чуть-чуть вот сюда сделал, и все. Больше ничего. Так. Вот церковь. Так, это у нас стоят. Вот, кстати, тот чувак, вроде которого я подрезал. Ой-ой-ой, успокойтесь, чуваки. Давайте скажем им, чтобы они успокоились. Спокойно. Сейчас полицию вызову. Стоять. Так, что-то они не хотят успокаиваться. Так, вот тот клоун преследовал нас с Даниэлем. 43-й и Дэм написал, и они что-то перестали дэмить. Неудачно разбил фару. Так. Ладно, давайте поехали дальше. О, он его убил, к сожалению. Вот так и помирают люди. Ладно, давайте поедем в двойную сплошную сейчас. Так. О, зелененький. Хотя я все равно на красный проезжаю. Ну ладно. Так, аккуратно. Ой-ой, боком как дал. Хорошо. Мне сказали, что у меня тут есть такие высокие дома. Там многоэтажки красивые. И я хочу сейчас доехать до туда и куда-нибудь. Так. Аккуратно, нифига я боком сейчас дал. Вы видели, как? Ну, я там почти остановился, правда, специально сбросил газ, чтобы нормально дать боком. Потому что я знаю, как. Ну, я умею управлять этой тачкой, так как очень долго это делал. Давайте посмотрим, есть ли свободные дома. То есть квартиры. LZ. И я думаю, закончим. Ну, если есть, я хотел бы купить, приобрести себе такой домчик. Так. Есть тут, поскольку есть, есть. О, смотрите, 900, 900. Ну, я думаю, по 900-ке. Если вам понравился этот видеоролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.